И всем пушистый приветик, и в этом видео мы вместе с вами будем смотреть трейды на нового райд питомца в Adopt Me, а именно на вот этого питомца Мулу на хэллоуинском обновлении за 35 тысяч конфеток. Он очень миленький, и кстати, одежда от него остается в инвентаре, и ее можно надеть на других питомцев. Ну а мы начинаем. В первом трейде мне предлагали райд легендарного грифона за робоксы, но это очень мало, так как он совсем не ценится. В следующем трейде вот такая олдовская ультраредкая лягушка, но я тоже решила, что это достаточно мало. А вот в следующем трейде мне предлагали вот такую олдовскую кенгуру-коляску, но как она точно ценится, я не знаю. Я решила просто посмотреть, согласится человек или нет, и да, он был согласен. Если это был хороший трейд, то обязательно напишите в комментариях. Но здесь я промолчу. Но на этом пока все, на этого питомца очень мало трейдов сейчас предлагают, но когда он выйдет из игры, я обязательно сниму вторую часть. Всем пока!